В Чебоксарах открылся 21-й международный балетный фестиваль. В этом году он посвящен 50-летию балета «Чуваши». Фестивальные афиши, классические постановки разных лет. «Золушка», «Баядерка», «Спящая красавица», «Жизель». На открытии побывала наша съемочная группа. В этом году на открытие фестиваля приехали гости из столицы России, Санкт-Петербурга, Японии. Организаторы разыскали и пригласили и ветеранов нашей балетной сцены, которые стояли у истоков создания чувашского балета. Я была счастлива, что я приехала в Чебоксары. Почему-то мне очень хотелось именно в Чебоксары приехать, к себе, как говорится, на родину, потому что, ну, и одноклассники тоже предлагали, не уезжай, оставайся в Ленинграде. Ну, вот мне почему-то казалось, что нет, я должна танцевать вот у себя на родине. Вот. И мы уже как бы второе поколение вот тех групп, которые посылались в Ленинградское хореографическое училище. В день открытия зрители увидели мистическую историю о молодой и наивной девушке Жизели. Главные партии танцевали приглашенные артисты. Солистка Михайловского театра Сабина Япарова и гость из Большого Андрей Меркурьев. Редакция вашего театра, как бы Чувашского театра, отличается от Москвы тем, что у нас редакция Григоровича, и, конечно, там есть свои нюансы и по хореографии, и по стилистике, и по костюмам. А здесь сегодня мы показываем все-таки более редакцию похожую, наверное, не похожую, а редакцию Мариинского театра. Роль Альберта в «Жизели» каждый интерпретирует, наверное, по-своему. У кого-то он такой прям граф-графом, у кого-то он романтик, у кого-то он просто влюбчивый, знаете, такой бабник, скажем так. Я больше играю, наверное, романтического героя, такого теплого. Я влюбляюсь по-настоящему. В «Баядерке» выступят звезды Мариинского театра Оксана Бондарева и Евгений Иванченко, а также солист кремлевского балета Егор Мутузов. А для выступления в «Спящей красавице» приглашены Евгения Образцова и Денис Родькин из Большого театра. Завершится фестиваль традиционно гала-концертом.